Двухраундовый поединок по ММА в тяжелом весе. И в красный угол октагона приглашается боец из Москвы. Встречайте, Алексей Толкачев! So hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand. Mit einer Spieluhr in der Hand. Синий угол октагона, добро пожаловать, боец из Украины, приветствуйте, Богдан Савченко! Представляю вам соперников и первым бойца в красном углу клетки. Ему 29 лет, рост 180 сантиметров, вес 114 килограммов. Чемпион Европы по ориенталу, чемпион Москвы по рукопашному бою, мастер спорта по рукопашному бою, кандидат мастера спорта по боксу из MMA Division Москва, Россия, Алексей Толкачев. Соперник в синем углу клетки. Бойцу 20 лет, рост 181 сантиметр, вес 92 килограмма. Чемпион Украины по фрифайр. Чемпион Украины по боевому самбо. Бронзовый призер чемпионата мира по миксфайт. Приветствуйте из Харькова, Украина, Богдан Савченко. И рефери боя Шона Жигян дает заключительный инструктаж. Середину. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп не работает. Локтями не работает. Колени в партере запрещены. По затылку не бьем. За сетку не держим. Удачи обоим по укладу. Кто боец? Здесь готов боец. Середина. Итак, дамы и господа, ваш победитель пришел вам через 35 секунд первого раунда удушающим приемом.